Совсем скоро грядет пора летних каникул. Им по традиции предшествуют последние звонки, которые на этот раз прозвенят 25 мая одновременно во всех школах городского округа Люберцы. А дальше единый государственный экзамен. Что предстоит пройти выпускникам в этом году, выясняла наша съемочная группа. В 2017-м из стен люберецких школ выпустятся почти 1500 ребят. Но прежде чем получить заветный аттестат, им придется хорошо потрудиться на экзаменах. Вместе с сегодняшними выпускниками сдавать ЕГЭ пойдут прошлогодники и те, кто заканчивает учреждение среднего профессионального образования. Всего на территории городского округа открыты 10 пунктов проведения экзаменов. Все эти пункты проведения экзаменов, конечно же, оснащены необходимым оборудованием. Это и системы видеотрансляции, видеопротоколирования, системы специальные каналы передачи закрытой информации, система подавления сотовой и мобильной передачи данных. Сдавать ЕГЭ в этом году школьники будут с 29 мая по 19 июня. По-прежнему основными предметами остаются русский язык и математика. Из предметов по выбору в приоритете у люберчан обществознание и профильная математика. Последнюю сдадут более 65% выпускников. Также из года в год актуальными остаются для сдачи предметы, такие как химия, биология, физика и английский язык. Но в 2017 году, кроме иностранного языка английского, также ребята будут сдавать еще 3 иностранных языка. Это испанский, французский и немецкий язык. Что касается изменений, то их в 2017-м будет немного. В частности, перемены коснулись структуры проведения экзаменов по физике, биологии и химии. Из них убрали тестовую часть. Наталья Григорьева, Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.